Лично из всех фигуристок. 19 лет. В этом сезоне она выступала на этапе на Гран-при США и на домашнем этапе в Париже. Была в Америке 6-й, в Париже 5-й. Самых распространенных каскадов в короткой программе у девочки, как я понимаю. Мы оценили его очень достойно. По-моему, чуть даже на 0,2 выше, чем у Каролины Костнер. 9,4 она получила за этот каскад. Нет, я ошибся. Костнер все-таки было 9,6. 0,2 выше у итальянки было. Но следом пошла на Ридбергер, и не очень удачно было исполнено. Двойной аксель. Очень уверен. Ну вот 31,42 балла, тоже очень хорошая оценка за технику. И, в общем, мы помним ее выступление на этапах Гран-при. Это, безусловно, было лучшее. Ну, из прыжковой части программа. Она допустила только одну ошибку. На тройном вывалилась с тройного Ридбергера, да. Дорожка была исполнена, ну, наверное, не на самом таком эмоционально сильном уровне, но все технические элементы, блоки были, в общем-то, исполнены, поэтому судьи, я думаю, оценят на третий уровень. На одном из этапов Гран-при она получила